Здравствуйте, ребята! Предлагаем вам поучаствовать в нашем мастер-классе, который проходит в рамках третьего фестиваля детской литературы и детского творчества «Интеркиндер». Меня зовут Вера, а мою помощницу – Вика. Мы с вами будем делать аппликацию по сказке Энид Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Для выполнения аппликации нам понадобится цветная бархатная бумага, белый картон, ножницы, карандаш, клей. Шаблоны деталей вы можете найти под нашим видео. Чтобы начать делать аппликацию, возьмем синюю или голубую бумагу и обведем на ней шаблон облака. Затем мы его выстригаем и приклеиваем в центре нашей аппликации. Следующая у нас будет зеленая полянка, которую мы расположим под нашим облачком. Шаблон для нашего утенка Тима и обведем его на желтую бумагу. Аккуратно выстригаем по линии, намазываем клеем и располагаем в центре картинки. Дальше клюв и лапки у нас будут красного цвета. Мы их также обводим в шаблончики на красную бумагу, выстригаем и приклеиваем к нашему утенку. Крылышки у нас будут оранжевого цвета. Мы их также выстригаем и располагаем на картинку. Мы сделаем цветы. Для этого из зеленой бумаги обведем шаблончики листьев. Это у нас будут ромашки. Вот, поэтому сверху цветы будут белые. Их можно разрезать по длине, чтобы получились лепестки. И можно их не приклеивать. Вика, ты читала сказку про утенка Тима? Да. Можешь немножко рассказать? Утенок Тим жил с мамой, уткой и братьями. То залез в черную трубу, то спас котенка, которого чуть не утопили. А однажды его чуть не съела лиса. Он спрятался от нее в корзину, а она потащила ее к себе в логово. Но черныш, котенок, видел это и позвал на помощь маму утку. Потом все зверята двора проучили лисицу. Вот такая интересная история. Замечательно. Так, но мы доделываем нашего утенка. У нас осталась еще кепка. Она будет у нас синего цвета. Так, еще для красоты аппликации у нас тут есть насекомые. Это божья коровка, бабочка. А можно по желанию еще добавить стрекозу. В общем, по цвету мы также обводим шаблоны, приклеиваем насекомых. Можно расположить их в любом порядке, где вам нравится. И глаз для утенка. Это мелкие детали, поэтому нужно их аккуратно выстригать, чтобы не испортить. Вот такие замечательные аппликации у нас получились. Книги Энид Блайтон «Не только утенки Тима» вы можете взять в нашей библиотеке, в филиале Тюменской областной научной библиотеки, детской библиотеки имени Лагунова. Приходите, читайте, а мы прощаемся с вами. До новых встреч! Спасибо за внимание!